В Армении продают военные объекты. По информации местных СМИ, на продажу выставлен находившийся на балансе военного ведомства, в том числе воинских частей, 71 объект военного назначения. Комитет по управлению и приватизации госимущества Армении уже обнародовал список данных объектов, расположенных в Ереване и регионах. Военные объекты проступят на аукцион поэтапно. Начались переговоры между комитетами и компаниями-покупателями. Сообщается, что в числе покупателей объектов военного назначения – сооружений земельных участков, находящихся на балансе Министерства обороны, и иностранные компании, список которых не разглашается. Среди продаваемых объектов военный городок, занимающий 7 гектаров на территории Новорошенского района, считающегося въездными воротами в Ереван. Здание военно-медицинского управления на столичной улице Аршакяна, военный городок в городе Аштарак, а также называют некоторые объекты военного назначения в районе Гёйча. По словам армянских политологов, основной причиной, по которой власти пошли на этот шаг, является серьезный финансовый кризис, дефицит бюджета в стране. Между тем, министр обороны Сурен Папикян в связи с этим уклонился от вопросов журналистов, ограничившись ответом, что ничего не может им сказать. Силы безопасности грубо оттеснили представители СМИ. Тем временем сообщается о растущей напряженности между премьер-министром и министром обороны Армении. По мнению армянских экспертов, Пашинян находится в поиске нового министра обороны. После 44-дневной войны на этом посту сменилось уже 3 министра. Айдын Эйвазов, Нефтулла Мәмәтлин, Нюльфер Асланзаде, новости СТВ.